Польша передает БТР «Росомах» для ВСУ. БТР «Росомах» – это многоцелевая военная машина с колесной формулой 8×8. Машина представляет собой лицензионный вариант бронированной модульной машины «Патрия». Видя снято в Польше, когда не скажем. И не скажем, когда эти машины смогут поступить в ВСУ. Бронетранспортер защищен спереди от стрелкового вооружения калибром 14,5, а также от 7,62 по бокам и в корме. Может плавать. «Росомах» имеет шестицилиндровый двигатель высокого давления с турбонаддувом «Скания». Объем 11,7 литров. Модификации, которые получит Украина, будут оснащены 30-миллиметровой пушкой, а также пулеметом 7,62. Передадут и медицинские бронетранспортеры. Точное количество передаваемой техники засекречено. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Жмякайте на колокольчик. Обязательно оставляйте свои комментарии. Для желающих помочь в развитии канала ссылки в описании.